YouTube. И сегодня я расскажу, каким кормом можно кормить таких маленьких хомячков. У меня есть так и джунгарские, и сирийские. Но я очень долго подбирала корм и наконец-то подобрала тот, который подходит для этих двух разных видов. Также я покажу, какие лакомства очень любят мои хомячки. Может, и некоторые хомячки тоже их предпочтут. Но вот эти вот пусечки очень их любят. Это, наверное, самая лучшая для них еда. А корм для хомячков я использую Little One. Он подходит и для джунгарков, и для сирийцев. Это ничего страшного, что он такой жирный. Это обычный корм, он продается во многих магазинах. Самая распространенная марка, которую я видела. По крайней мере, так в Санкт-Петербурге. Из лакомств я покупаю хомячкам Little One такие вот червячки. Они стоят 200-300 рублей. По крайней мере, у меня банки, как у меня три хомяка, хватает где-то на 2 или 1-2 месяца. Ну, по крайней мере, мои хомячки успевают ими наедаться. Это вот такие вот маленькие червячки. Там их еще несколько, и сушеные кузнечики есть. Я попробовала Хрусте уже давать. Не всегда она их хочет кушать. Но вот сейчас вы можете видеть, как она их ест. Их очень любят хомячки. Это, наверное, самая вкусная для них еда. Также я им покупаю вот такие овощи. Такой банки не хватает ровно на месяц. Как их надо давать побольше, чем червячков, они мелкие, я их даже иногда перемешиваю в корм. Но это дело очень редко. Как, в принципе, такая пачка стоит 100-150-200 рублей. Я знала магазин, где они продаются по 150 рублей, и этого мне достаточно. И получается так, что хомячки некоторые, всего лишь видов, так их очень много, даже есть китайские, лысые сирийские хомяки, но никаких ангорских хомяков их просто нет. Это придуманный вид, такого не существует. И если вам будут говорить, что это ангорский какой-нибудь там редкий хомяк, таких не бывает, как-то описывалось. Получается так, что хомячки ангорские не существуют, никаких королевских. Зато много китайских, кэмпбеллов, боровских и сирийских. По-моему, как я описала несколько проектов про хомяков, самые распространенные джунгарики. Сирийские на втором месте, хабаровские на третьем, и на четвертом месте кэмпбеллы, а на пятом китайские. Не из-за того, что они очень воняют или что-то такое, только из-за того, что их очень редко где достать. Не в каждом, вот только в некоторых редких зоомагазинах, либо в специальных приютах, или как их там, где разводчики хомяков продают. Ну, в других местах я не знаю. Ну, иногда бывает, что еда для хомяков подходит не для всех. С таким я раз столкнулась. Сирийский все это быстро ел, ему очень нравилось, а джунгарикам эта еда была большая. И они и одно там зернышко ели очень долго. Поэтому я решила подобрать корм. Он достаточно мелкий, он у меня его раскрытого под рукой не найдется, он где-то лежит там, где хомячки. А если вы хотите, пишите в комментариях, я сниму видео, какие животные у меня живут. Я расскажу каждому виду, сколько ему лет. Если вы хотите, то пишите в комментариях. Если нет, так напишите просто, что не хотите. Иногда бывает так, что видео выходит не в ту дату, не в тот день. Поэтому видео я снимала в феврале, а выйдет, может, оно выйдет и не сегодня, и не завтра. Так они выходят достаточно часто. Я очень люблю сирийцев, они такие душечки. Это самые милые хомячки, наверное, но я очень люблю джунгариков, поэтому два. И я очень не хочу, чтобы они как-то скрестились, джунгарики два, и у них были детишки. Это моя мечта. Но пока что они как-то не хотят, они дерутся, кричат на друга. Ну, я все жду, когда у них будет течка. И я их объединю. Не то, что сирийцев, у меня он один. А она точнее.
А джунгальков у меня двое, мальчик и девочка. Я всегда интересуюсь, что будет, все скрещают двух одинаковых цветов джунгайков. А я хочу скрестить двух разных цветов. Ну, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И всем пока.